Всем привет! Что-то давненько я уже не готовила тортики, поэтому сегодня мы с вами приготовим торт. Тортик готовится несложно, с простых и доступных ингредиентов, и получается очень нежным, очень вкусным, что просто тает во рту. Мы с вами приготовим торт-чародейка. Ну что ж, давайте приступим к приготовлению. Для начала приготовлю бисквит. Для этого я взяла яйца, вбила их в миску, к яйцам добавляю сахар и все буду взбивать миксером в пышную светлую массу. Буду взбивать приблизительно 3-5 минут. Я все взбила миксером. Посмотрите, какая у меня получилась пышная, воздушная, светлая масса. Пока ее отставляю, а сейчас подготовлю сухие ингредиенты. Нужно смешать муку с разрыхлителем и крахмалом. Я использую картофельный крахмал, но вы можете использовать кукурузный крахмал. Сухие ингредиенты нужно просеять через сито. Подготовленные сухие ингредиенты порциями добавляю во взбитую массу и все буду перемешивать аккуратненько лопаткой снизу вверх. Бисквитное тесто готово. Вот такое оно должно получиться по консистенции. Теперь я взяла разъемную круглую форму. Диаметр формы у меня 26 сантиметров. Дно формы я застелила пергаментной бумагой, бока формы я ничем не смазывала. Выливаю тесто в форму и хорошенько его разравниваю по всей форме. Отправляю бисквит выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов. Буду выпекать приблизительно 30-40 минут. Но вы лучше ориентируйтесь по самому бисквиту, так как у каждого разные духовки и по-разному они выпекают. Готовность бисквита буду проверять с помощью деревянной палочки. Когда я проткну бисквит и палочка будет сухой, значит он уже готов. Бисквит испекла, он немножко остыл, достаю его из формы. Оставляю бисквит в таком вот виде до полного остывания. Как только он остынет, ну, конечно, уже можно с ним работать, но лучше всего, чтобы бисквит отстоялся как минимум 4 часа. Приготовлю пропитку для тортика. Для этого в ковшике нужно смешать сахар с водой. Всю эту массу отправляю на огонь. Нужно, чтобы сахар полностью весь растворился. Масса закипела, и с момента закипания прокипячу на среднем огне 1 минуту. Сироп приготовила. Я его перелила в пиалочку, он у меня немножко остыл. И по желанию в сироп можно добавить несколько капель ароматизатора. Я буду добавлять ром. Если вы хотите, то можете ароматизатор не добавлять. Оставляю пропитку для тортика до полного остывания. А теперь приступаю к приготовлению крема. Для начала я взяла сливочное масло, которое у меня идет на крем, достала его из холодильника. Его нужно оставить при комнатной температуре, так как масло для крема обязательно должно быть мягким. Масло я пока отставляю. А теперь я взяла яйцо, вбила его в миску. К яйцу добавляю ванильный сахар, муку и 50 мл молока. И все хорошенько перемешиваю. Подготовленную массу я пока также отставляю. Молоко, которое осталось, а это 250 мл, я перелила в ковш. Его нужно закипятить. Молоко закипело. Половину горячего кипяченого молока буду вливать тонкой струйкой в подготовленную массу и все хорошенько и быстро перемешивать.
Полученную массу выливаем тонкой струйкой в горячем молоко, которое осталось. Ковш снова отправляю на плиту. Буду варить заварной крем на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Заварная масса готова. Посмотрите, вот как она хорошенько загустела. Я ее пересыпала в миску. Заварную массу оставляю до полного остывания. Периодически буду перемешивать лопаткой, для того, чтобы она быстрее остывала и сверху не появлялась пленочка. Заварная масса полностью остыла. Она обязательно должна быть комнатной температуры, не сильно холодной и не теплой. Теперь будем готовить крем. Сливочное масло у меня уже мягкое. Посмотрите, вот какое оно должно быть. Его нужно взбить миксером в пышную светлую массу. Я буду взбивать масло приблизительно 3-5 минут. К взбитому маслу порциями буду добавлять заварную часть крема и все взбивать миксером в однородную массу. Крем готов. Посмотрите, какой он получился воздушный, густой и очень вкусный. Немножко крема я отложила, мне захотелось немножко тортик украсить, но его украшать не обязательно. Крем пока оставляю, возвращаемся к бисквиту. Он у меня уже полностью остыл, немножко настоялся. Посмотрите, какой получился красивый, ровный. Бисквит нужно разрезать на две части. Буду собирать тортик. Я взяла блюдо, на котором буду подавать торт, и дно блюда совсем немножко смажу кремом. Выкладываю бисквитный корж. Только я буду выкладывать верхний корж, потому что вот нижний он более ровненький. Так, выкладываем. И этот корж нужно пропитать половиной пропитки. На пропитанный корж выкладываю весь крем. Крем равномерно распределила по бисквиту. Берем второй бисквитный корж и его изнутри нужно пропитать сиропом. Накрываю крем пропитанным коржом и немножко придавливаю его. Таким образом я буду выравнивать тортик. Немножко подравниваю бока тортика. Отправляю торт в таком вот виде на минут 15 в холодильник. Приготовлю шоколадную глазурь. Для этого я взяла сливочное масло, я его положила в ковш. К сливочному маслу отправляю черный шоколад. И теперь все это буду нагревать на паровой бане. Нужно, чтобы шоколад полностью весь растопился и масса стала однородной. Подготовленной глазурью полностью покрываю тортик. Тортик покрыла глазурью. Конечно же, уже можно сказать, что тортик готов. Только осталось его поставить в холодильник, для того, чтобы он хорошенько застыл. И можно его уже кушать. Но мне захотелось немножко тортик украсить. Поэтому я отправляю его в холодильник на минут 10, для того, чтобы глазурь хорошенько застыла. Глазурь застыла. Теперь приступаю к украшению. Я взяла крем, который я отложила от основной массы крема, поместила его в одноразовый кондитерский мешок,
взяла насадку, самую маленькую звездочку, и теперь по бокам тортика буду делать маленькие завитушки. Но еще раз повторяюсь, вы этого можете и не делать. Завитушки сделала, у меня еще крем остался, поэтому я еще немножко что-то добавлю. На каждом вот это вот краю завитушки я сделаю звездочки. Все, сверху тортик я украшать не буду, и так уже получилось красиво, нежненько. У меня еще осталось крема, я приблизительно отложила 3 столовые ложки крема. И я решила еще вот внизу тортика по всему периметру сделать небольшие волночки. Надеюсь, крема у меня на это хватит. Ура! Крема мне хватило для украшения, даже еще немножко осталось. Тортик я украсила так, как я себе это представляла. Получилось красиво и очень нежно. Теперь тортик отправляю в холодильник как минимум на 4 часа для того, чтобы он хорошенько застыл. Торт-чародейка готов! Тортик получился симпатичный и очень вкусный. И готовится не очень сложно по сравнению с другими тортиками. Сейчас я кусочек отрежу и покажу вам, какой он получился в разрезе. Посмотрите, какой он получился красивый и очень нежный. Вот сколько крема много, нежный воздушный бисквит. Давайте же попробуем его. Пробую. Вкусно. Очень вкусно. Нежный. Не приторный, в меру сладкий. Знаете, вот про этот тортик можно сказать, что нет ничего лишнего. Воздушный бисквит, нежный крем, шоколадная глазурь. Сочетание просто изумительное. Очень вкусно. А я надеюсь, вам понравился рецепт этого тортика, и вы его приготовите для себя. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, кто еще не подписался. Приятного чаепития и до новых встреч!